Ніщо так не прикрашає жінку, як доглянуті руки та гарні нігті. Основною частиною довершеного стилю кожної сучасної жінки є манікюр. Тому сьогодні з Одеса Fashion Channel ми завітаємо до студії манікюру Кікі, яка, до речі, саме зараз відзначає свій перший ювілей – один рік. Завдяки професійним титулованим майстрам в студії Kiki Nails вам зроблять нереально крутий дизайн на ваших нігтях, який зможе підкорити та здивувати навіть найкрутішого художника. Кристина, Одесса Fashion Channel искренне поздравляет вас с первым вашим юбилеем и хотим узнать немножечко о вашей студии. Спасибо большое за поздравления. Значит, наша студия предоставляет качественные услуги по маникюру и педикюру. Мы пользуемся известными мировыми марками. Это Gloss, это Caro, это Vogue. В нашем салоне не стоит беспокоиться за стерильность инструмента, так как он проходит все этапы стерилизации. Мы заботимся о здоровье наших клиентов. Также мы можем порадовать клиентов хорошими ценами, приятными. В день рождения мы проводим лотерею, и наши любимые клиенты могут выиграть до 40% скидки, либо подарочные сертификаты на процедуры. Ножки, ручки, либо, так скажем, все включено. Мы вас можем встретить не только здесь, в торговом центре «Экватор», но и на Терешковой, в бизнес-центре «Черемушки». Можете поделиться с нами планами на будущее? Конечно, так мы, конечно же, хотим развиваться, ждем еще больше гостей, клиентов. Также мы хотим ввести процедуру экспресс, маникюр и педикюр, что позволит сократить время процедуры, делать ее за час-полтора. И руки, и ноги. В роботі майстри салону використовують висококласні професійні матеріали від світових виробників, що забезпечить вам якісний манікюр, який надовго збереже свій початковий зовнішній вигляд. Особливу увагу в роботі салону приділяється безпеці здоров'я клієнтів і строго дотримання всіх санітарних норм. Перед кожною процедурою проводиться дезінфекція та стерилізація інструментів і робочих поверхонь. Як проходить стерилізація ваших інструментів? Да, хочу сказать, что стерилизация и дезинфекция в нашей студии уделяется очень большое внимание. Использованный инструмент мы для начала кладем в ультразвук, где он выдерживается в дезрастворе на протяжении 15 минут. Далее мы его складываем в крафт-пакеты, индивидуальные крафт-пакеты. Они подписаны для каждого мастера отдельно. Да. Далее стерилизация проходит в сухожаре. При 180 градусах целый час стерилизуется инструмент, тем самым убиваются все бактерии и вирусы, которые могли бы быть. А дальше этот сухожар, с сухожара мы вытаскиваем пакеты, и уже при клиенте, именно при клиенте, мы его раскрываем и делаем маникюр. Манікюру Кікі вас зустріне професійний та доброзичливий колектив, який не тільки створить красу з вашими ручками та ніжками, але й пригостить вас чашечкою смачної кави. Мені дуже подобається ця студія, тобто дуже красивий дизайн. Приятная атмосфера.
обстановка, как бы все очень такое нежное, красивое. Очень нравится персонал, девочки всегда такие приветливые. Как давно вы обслуживаетесь в Пике? Где-то с конца лета. Мне здесь очень нравится, каждый раз я прихожу с удовольствием, я здесь расслабляюсь полностью, получаю массу удовольствия. Конечно, процветание, успехов, побольше клиентов, вот, развиваться, расти дальше и радовать своих клиентов. Що ж, любі дівчатка, якщо ви досі в пошуках ідеального манікюру, пропоную вам завітати до студії Кікі та зробити собі крутий манік від справжніх професіоналів. З вами був Одеса Fashion Channel. До зустрічі!